Наши драгоценные, мы вас поздравляем с днем рождения, желаем вам, чтобы ваша жизнь, она была, ну, знаете, наполнена Божьими чудесами, чтобы вы были, ну, во-первых, счастливыми, а счастье это только в Боге возможно, чтобы вы были успешными, все равно на какой работе, абсолютно все равно, что делать, лишь бы это делать как для Бога, и чтобы тебя это радовало, и ты радовал людей, ну, чтобы ты получал удовлетворение от своей жизни, и тебе было классно. Вот я вам всем желаю. Аллочка, ну тебе, конечно же, вообще. Ты мама. Вот твое призвание – мама. Поэтому... Я бабушка. Ну, потому что Аллочка – моя духовная дочь. И все, что она несет, приносит. Итак, Аллочка, держи. Поздравляю вас. Давайте помолимся за них. Чтобы тебе было счастье. Аллилуйя, Господь Боже, слава Тебе, драгоценный наш Отец. Спасибо Тебе, Господь, что Ты нашу семью настолько расширяешь, Господь. Приводишь таких шикарных братьев и сестер в нашу церковь, Боже. И мы молим Тебя сейчас за Константина, за Ванечку, за Женечку, за Влада, за Аллочку, конечно же, за Алису. Боже, Господи, пусть Твоя река благословения, она просто течет на них, течет в ихнюю жизнь, Господь. Пусть все то, что Ты, Господь, приготовил для них, оно свершится. И пусть Твое благоволение, Господь, оно будет всегда на них. Аминь. Аминь. Мы любим Вас.